В Тингушевском районе зоопарка нет, зато этой зимой здесь прописались диковинные страусы. В Старой Качеевке открылась самая настоящая страусиная ферма. Везде показывают, в интернете нашли ферму и занялись. А теперь что получится? Я думаю, получится. Сейчас у Сергея 6 чудо-птиц. Для их пополнения строит новые загоны. Еще 2 года планирует увеличивать поголовье, а потом уже и о мясе подумает. О рынке сбыта пока не говорит. Но если верить рассказам коллег из других регионов, проблем с продажей мяса не должно быть. В крупных городах берут рестораны. Впрочем, это будет еще не скоро, а пока вся деревня просто наслаждается необыкновенным соседством. Страусы – птицы общительные. Жители Старой Качеевки сразу их полюбили за то, что легко идут на контакт. Хотите сказать пару слов нашим зрителям? Дивиться народ не перестает, специально приезжают из соседних сел. Слава о качеевских пернатых гремит по всей округе. Для маленького района это настоящая сенсация. Хозяин говорит, что характер у страусов как у кур. По натуре своей недобрые, в брачный период бывают агрессивными. А вот головы страусы никуда не прячут. Под ногами-то тингушевская глина, а не австралийский песок. Николай Кучканов, Ирина Белова, Вести, Мордовия, Тингушевский район.